World Combat Self-Defense Association, Российский союз боевых искусств и Федерация Комбат Самообороны России представляют с 27 по 29 сентября город Набережные Челны, Ледовый дворец спорта, Международный форум боевых искусств, в рамках которого состоится третий открытый Кубок России по комбат самообороне, а также Pro MMA Fight Show Combat Ring номер 4. С участием ведущих бойцов смешанного стиля Combat League WCSA. Открытие форума 27 сентября в 18 часов, а 28 в 18:00 бойцовское шоу Combat Ring номер 4.